Вечером накануне 22 июня на Аллее Славы многолюдно. Печальная дата, напоминающая о начале Великой Отечественной войны, собрала людей, чтобы почтить память героев. Открыла торжественный митинг заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. Мы с честью несем это гордое слово «Победа». В адрес победителей народа великого хочется сегодня поклониться. И мы, вспоминая в эту дату каждого, тех, кто в тылу трудился, тех, кто на фронте ковал победу, низко кланяемся. Все выступающие призывали беречь историческую память, передавать ее потомкам, гордиться подвигами поколения победителей и брать с них пример. Война. Какое страшное слово. Война. Она разрушает. Она отнимает. Она лишает. 90 тысяч городов, сел и деревень было стерто с лица земли. Но наш народ восстановил, построил. И только миллионы жизней невозможно вернуть назад. Участник специальной военной операции Дмитрий Белицкий отметил, что раннее утро – самое опасное время и в нынешних боевых условиях. На войне в это время начинается вот как раз-таки работа. Либо же в атаке идут, либо же, как вот творит наш противник, бьют по мирным, потому что мирные не ожидают, что в 4 утра вот что-нибудь такое произойдет. Великая Отечественная война коснулась практически каждой советской семьи, у которой своя история и свои герои. После минуты молчания вечный огонь украсили сотни красных гвоздик. Взрослые дети несли цветы в знак благодарности за мирное небо. В рамках партийного проекта «Единая Россия. Историческая память» завершился митинг акции «Свеча памяти». Из зажженных лампад волонтеры выложили дату самых трагических лет в истории нашей страны. Наталья Буслаева, Кирилл Махров, Ольга Садовская, «Видное ТВ».